Я Андрей Заболонков, и мой прогноз на первый матч Евро 2016. А Сербия, Словения, я думаю, то, что Сербия выиграет 4-2, так как команда играет дома и болельщики их поддержат. А Испания и Венгрия, я так думаю, что Испания явный фаворит. И вот поставил счет 6-1. А Россия, Казахстан. Россия фаворит вообще Евро. Я думаю, они выиграют 5-2. Кутузов с Абрамовым забьют по одному мячу. Вот Италия, Азербайджан. Здесь выиграют итальянцы 3-2. Будет упорная борьба. Вот. Почти равные команды.